Значит, мы полномочия, часть людей, все передадим отсюда с исполкома туда. И ответственность возложим на вас. Или же пойдем по модели перспективной, то, что Европа – это мобильные главные управления с представительскими функциями, скажем, как губернатор Вали в Чедрлунском районе, со штатом 7-10 человек и все. Усилим главное управление. То есть у нас две модели, но нет другого. Мы не можем в таком вот подвешенном состоянии оставить эту ситуацию. Или идем вниз, укрепляем местное самоуправление, или же укрепляем региональное. Одно из двух, другого не дано. Депутаты как скажут, какое мнение у депутатского корпуса будет, какое мнение члены исполкома, найдем мы вариант. Ну будем делать это, будем делать вместе. Я думаю, что где-то к октябрю месяце начнутся эти процессы обсуждения с тем, чтобы, скажем, к ноябрю уже принять решение, потому что будет уже бюджет, там надо принимать бюджет.